Челябинске полицейские задержали группу наркодилеров. Стражи порядка изъяли более 10 килограммов наркотических веществ. Известно, 9 задержанных хранили дурь дома в Сосновском районе. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты не только наркотики, но и 600 тысяч рублей. Это, видимо, выручка за сбыт наркотика. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Челябинской области задержаны подозреваемые в незаконном производстве, переработке, хранении и продаже наркотического средства марихуаны. В отношении задержанных возбудили 7 уголовных дел. Троих из них заключили под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде. А этот житель Челябинска отправился на 6 лет в колонию за почтовую посылку, в которой находилась статуэтка с гашишем. Наркодилера поймали, когда он пришел на почту, чтобы получить бандероль с наркотиком. Установлено, что через интернет он заказал 100 граммов запрещенного вещества. А продавец спрятал гашиш в этой фигурке и отправил. И вот любитель кайфа наказан. В колонии строгого режима он проведет 6 лет.